Що ж, дорогі друзі, ми розпочинаємо іще один блок нашої програми і готові вже представити вам гостя, які завітали до нашої студії. Це Кристина Галамат, керівник танцювальної студії, тренер з хіп-хоп та Святослав Абанець, тренер з брейкданс. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що зранку завітали до нашої студії. Отож, говоримо сьогодні на тему нового року. І ви причетні до цієї тематики 100%, тому що танцювальна студія 8 біт провела новорічне, скажімо так, свято, феєрію для глядачів. Розкажіть, що до чого, як це було? Ну, ізначально ми зараз розкажемо вам вообще о нашій студії. Да, я думаю, що варто все ж таки нагадати вже... глядачам. Да, ми напомнимо. Значить, ми являємося представителями танцевальной студии 8 бит. Наша студия для всех, кто желает научиться танцевать, желает научиться круто двигаться. Вот. Мы развиваемся в таких направлениях, как хип-хоп, брейк-данс, джаз-фанк, го-го, дэнс-холл. Также у нас есть группа по фитнесу, зумба-фитнесе и многое другое. Вот. Мы организовываем... Хочу сказать, направлений настолько много, что действительно, ну, это было представлено на концерте, что зрители просто не успевали смотреть и как бы улавливать все, потому что действительно очень много направлений, но очень много разновозрастные, скажем так, представители. А да. С какого возраста начинаете? У нас детки занимаются, начиная от 4 лет. Да, у нас разновозрастные категории, мы занимаемся и с маленькими, и со взрослыми танцорами. А максимальный век, какой вы видите, до вас еще можно приезжать? Максимального возраста у нас нет. А на памяти, кто так на памяти, может, у них, то есть, может, ну, вот старше 50 у меня были случаи. Четко, это круто. Да. Это очень здорово. Особенно, если соединить 4-летних с 50-летними. Ну, таких опытов у нас еще не проходило, но на самом деле это очень интересно и очень радует душу, когда приходят люди уже взрослые, да, и хотят научиться, и они не стесняются, они действительно открыты к знаниям. Кстати, а результативность как вот взрослые дети? Ну, понятно, детям проще учиться. Но, смотря о каком возрасте мы говорим. Если это уже такой возраст, да, за 50, конечно, сложно, в принципе, да, сложно. Но если сильно захотеть, можно и в космос, да? Но это возможно, конечно. Но, опять же, все зависит от желания. Если есть желание, то, конечно, можно научиться всему и за короткое время. А, вообще, вот по направлениям смотрим вот много. Кстати, у нас есть фотографии уже, вот на заднем экране мы их видим. А, можно также показать их и зрителям всем. А, можно и прокомментировать, что за, по поводу концерта, потому что вот, я, честно, в полном восторге от него остался. Ну, смотрите, значит, на фотографиях у нас здесь различные направления. Это у нас направление хип-хоп. Детки с группы по хип-хопу. Здесь у нас несколько танцевальных направлений. И... Нет, это тренерский номер. Да, это тренерский номер. Но также тренера с разных направлений групп. Да, это детки по хип-хопу. Это с контемпо. Здесь у нас работает группа по брейк-дансу, также по хип-хопу. Можно сказать, еще у вас люди уже летают. Да, да. Это хип-хоп. Но опять же, группы, которые занимаются там хип-хопом, это не значит, что они занимаются только хип-хопом. Они стараются осваивать и другие направления и стили. То есть это группа по дэнс-холлу. Да, конечно. Особенно на этом концерте мы постарались по максимуму задействовать всех танцоров в различных направлениях. Поэтому вот они... Те группы, которые занимались там go-go, они осваивали навыки дэнс-холла в этот раз. Также ребята с хип-хопа бывало осваивали и... То есть такой эксперимент был, да, для, да, концерта. Да. А, ну, хочу также спросить, вот концерт новогодний, как часто вообще вот проводите концерты, таким образом радуете публику свою? Все, наверное, уже, ну, значит... А то он так никак не вырвет свое слово. Сумязливо так. Ну что, хочу вам сказать, что с прошлого сюжета, наверное, кто смотрел, вы знаете, что мы проводим очень много мероприятий, это и джемы, и батлы, и соревнования, вводим детей сами на разные мероприятия, сами участвуем, вот. Но мы как бы, наверное, то, к чему мы идем каждые полгода, это концерт. Концерт у нас зимний, он же новогодний, и летний, который отчетный, да, каждые полгода. Мы ведем детей к тому, чтобы показать какой-то результат родителям, и пока, как бы, дети могут проявить себя в полной мере, как и тренера, да, то есть открыться на этом концерте полностью.
В этот раз, ну, не знаю, наверное, не буду таить греха, в какой-то мере, наверное, этот концерт наша гордость, потому что мы вложили очень много сил в него и, ну, получили огромнейший результат, большие позитивные отзывы, да, то есть как и в соцсетях, так и лично от родителей, от детей осталось просто, не знаю, большое-большое громадное впечатление, потому что действительно получился яркий волшебный вечер. Вот. В чем была как бы суть и в чем преимущество? Наверное, концертом это уже сложно назвать, потому что мы сделали новый формат для себя, может, в какой-то мере и для города. Была программа «Нон-стоп». Угу. Что такое программа «Нон-стоп»? То есть номера не объявлялись ведущим. Это было два блока, первый около 25 минут, второй больше получаса. Вот. То есть были номера один за одним. Все это музыка была сведена профессиональным диджеем. Uh-huh. Вот. И было, что очень важно, массовые номера. То есть во многих номерах было не менее 20 человек, а то и более 40. Вот. Какие были слияния? Вот вы могли видеть на фотографиях. Это джаз-фанк, гоу-гоу и дэнс-холл вместе, да, три группы работали. Вот. Было очень хорошее слияние брейк-данс и хип-хоп. То есть тоже очень массовый номер, очень много людей, ребят, как бы, которые уже, это две, не две, вру, четыре основные группы, да, по брейк-дансу и хип-хопу, ребята, которые ездили уже на многие соревнования, то есть они показали уровень. Вот, потом, что еще могу сказать, очень веселое и в какой-то мере сложное слияние у нас было, это детский номер. Да, то есть три детские группы по контенту, самых маленьких танцоров, там от 4 до, наверное, 7-8 лет. Группа по контемпу, группа по хип-хопу и группа по брейк-дансу. То есть малыши, это очень... Но они крутые, взорвали залы. Да, но сложность на самом деле в том, что эти дети вот занимаются с сентября месяца, а кто с октября и ноября. То есть буквально у них на подготовку и уже было... за цей невеличкий период вони показали класс. То есть детки маленькие, которым по 4 годика, вот для них это было очень важно. Особенно важный классный момент. Вот этот самый маленький. Как его зовут? Тимофей. Такой вообще самый... Он порвал просто весь зал, он был звезда. Для всіх. Взагалі, чи важко було підготувати таких малюків такого серйозного концерту за малий проміжок часу? Очень. Мабуть, були і сльози, істерики в дітей. Сльоз було дуже багато, причому масово. Можна було ріку вже робити. Так, ну було тяжело і нам, було тяжело і дітям. Звісно ж, для них це теж якогось роду і стрес, тому що підготовка длительна, вони ще не розуміють, що потрібно до цього, чому всі кричать, чому всі нервничають, що всі хочуть, чому я повинен стать именно там, а не в другом месте. Вот. Поэтому это сложный процесс, но мы справились с этой задачей. Тобто можно сказать, что вы задоволены результатом, який вышел? Да, конечно. Да, мы довольны. Кто из гостей был также на мероприятии? Ну, я закончу чуть-чуть быстро свою. Давай. Ну, касаемо номеров, очень я рад и доволен, наверное, тоже в какой-то мере моя гордость, это триггерский номер, потому что, ну, тоже было в какой-то мере сложно, потому что мы готовили как бы много всего и мало было очень времени, да, и, ну, как бы, но мы справились, тоже сделали триггерский номер вместе с основным составом деток, многие, кто нам помогал, как бы, да, вот, и в итоге мы открыли и очень открыли хорошо концерт. Вот. Что касаемо гостей, гостей было тоже, ну, как бы, вдоволь. Мы пригласили наших друзей, ребят, которые нас поддерживают. Наверное, я скажу о первом человеке. Это Валентин Ольшанский, он же Валик Муравей. Вот. Он занимается профессионально паппингом. Он представляет нашу команду на всеукраинских и заграничных фестивалях. Это один из лучших папп-танцоров Украины. Вот, то есть Валик сделал такую интересную очень иллюзию, которая завораживала, и люди не ожидали этого. Вот, что касаемо девочек, это шоу-балет High Heels. Вот, спасибо нашему тренеру Свете, она тоже помогла нам, вот девочки поддержали нас. Также большим сюрпризом и в какой-то мере экстримом для нас была и для людей, это команда Мутим. По BMX Wetland. Ребята тоже сделали интересное шоу, вот, катались на велосипедах. Это опять же было совместно с группой по брейкдансу, что опять же неожиданно. Ребята танцевали, да, и в какой-то момент выезжают ребята на велосипедах в танцевальном концерте, чего родители никак не могли ожидать. Ребята добавили, конечно, яркости очень сильно, они перепрыгивали людей, делали просто какое-то незабываемое фигурное катание на велосипеде. Это было, ну, здорово. Ну и, конечно,
конечно, наверное, отдельный привет и большое спасибо ребятам с воркаута, Workout Style, то есть ребята сделали просто очень-очень-очень весело, люди, я пересмотрел видео вот буквально вчера, и люди чуть ли не стоя хлопали, да, то есть... Очень завело. В середине концерта это было, наверное, то, что нужно, и очень получилось феерично. У нас есть небольшой фрагмент, я сейчас предлагаю просмотреть, чтобы мы успели, конечно, и пообщаться еще, потому что очень много вопросов, очень много тем. А давайте, друзья, посмотрим, ну и после чего возвращаемся в студию. Друзі, повертаємося до студії, продовжуємо спілкування. Отож, ще до концерту. Повертаємося буквально ще декілька слів. Ну, що касаємо концерту, мабуть, розказали основні моменти, да, і хочу підтримати те, що все-таки дійсно нам вдалося яке шоу в новому форматі, і ми вложили безумне кількість сил, що как бы, визвало бурю емоцій, позитивних і відзивів, що я говорив, в принципі, в початку. Вот. Ми дуже раді, і я думаю, що... У меня уже есть коварные планы на летний концерт, да, новые гости, новые какие-то постановки. Коварные планы звучит завораживающе. Да, вот. Поэтому я думаю, что каждый должен посетить нас летом. И, наверное, сейчас я хочу попросить пару слов, наверное, Витя может сказать что-то о концерте, да? Да, действительно, хотелось бы тоже сказать, вот, потому что посчастливилось просто провести. Спасибо ребятам вам за то, что предоставили такую возможность. Невероятная публика, это первое. Ну и, конечно же, спасибо большое за то, что ребятам предоставляете возможность, вот занимаясь буквально там 2 месяца, кто-то уже несколько лет, показать уже себя на профессиональной сцене, потому что это удается не всем и не каждому, даже за всю жизнь. А у ребят как бы уже в юном возрасте есть возможность уже выйти на сцену, иметь своего зрителя, это очень круто. Но я хочу сказать, действительно подтвердить, публика просто качала. Я на видео тоже вчера посмотрел, они, ну, молодцы, действительно, вот видно, что пришли люди, которые заинтересованы в этом шоу, потому что иногда вот бывает такое, приходишь на концерт, и люди, почему они там вообще находятся, зачем эти зрители, да, как-то не вписываются. Да, а здесь просто унисон сцена с зрительным залом, и это заслуга большая ваша, потому что для меня сначала была вот идея нон-стопа, думаю, ну люди могут устать от танца. Но потом, когда просто это все на репетиции проходило, а потом еще уже вживую на концерте, это было круто, честно. Такой формат, я думаю, это что-то новое. Витя здивувати важко, тому бачачи его очень кинули. Палаючи очи, да, ну это действительно, друзья, это круто. Мы рады это слышать, очень приятно. Мы рады, что мы смогли донести идею, да, до людей, летом просто стоит для прийти, зрителей, друзья. Да, и для танцоров, чтобы они на самом деле тоже получили удовольствие от того, что они делают. Они только вышли, да, и просто оттанцевали. Но я хочу сказать, что в конце уже все не зря кричали вместе, что восьмибитовцы крутые. Это действительно класс. Ну да, да. Спасибо. Мы, конечно же, не останавливаемся на этом. Угу. Мы будем стараться организовывать все новые проекты, не только концерты и другие мероприятия, такие как джемы, да, выезды на соревнования, фестивали. Вот. Поэтому мы будем рады видеть каждого, те, кто захочет нас поддержать. Вот, конечно, рады видеть всех в нашей танцевальной студии. Угу. Те, кто еще хочет прийти и научиться танцевать. Вот. Мы не пожалеете, если придете. Також бажаємо вам натхнення творчого, а від вас хочеться привітання для наших телеглядачів. Ти бачиш, Крістіна дивиться сьогодні вже така в передноворічно-святковому. Да, нігуренька. Несколько слов поздравлений нашим зрителям з Новим годом. Ну що, ми хочемо, звісно, всіх зрителей поздравити з Новим годом. Желаємо в новому году успехов, достижения целей. Угу. Вот, конечно же, всем здоровья, любви, благополучия и счастья.
танца побольше. Да, встречайте Новый год вместе с 8 бит. Будьте с нами, следите за нами в соцсетях. Вот так. Ждем вас в гости. Спасибо, что пригласили. Да, спасибо большое вам. Всегда рады вас видеть в студии. Дякуємо вам.